наши дорогие подводные охотники, любители скубахантинга, дайвинга и остальных гадостей. Мы сегодня приехали на подводную охоту и будем снимать великолепные подводные съемки, Blue Water, выстрелы из длинных арбалетов. В общем, все то, что вы, как всегда, не сможете увидеть в наших кадрах. Сейчас мы начнем переодеваться. Шампунь ты взял? Ты воду брал горячую? Воду? Да. Ну сейчас в машине посмотрю, вроде брал. А что, вы не взяли? Мы думали, ты взял. Ладно, стопка. Вот, поэтому это Евгений взял на нас всех, это горячую воду, специальные канистры, это теплоизоляционные. Нет, не взял, это как всегда позаботился о всех нас, поэтому наш эксперт по подводной охоте Алексей сейчас покажет, как можно одеть гидрокостюм, если вы забыли шампунь, если вы забыли горячую воду зимой. Штанишки я уже одел. Выворачиваете костюм наизнаночку. Вот получается открытый. Блин, что там в кадре, Володь, ну? Вот получается открытый порый костюм. Не обращай внимания. Модный, молодежный, элегантный. В общем, выйти из этой ситуации очень просто. Выворачиваем наизнанку костюмчик и на сухой одеваем. Быстрее! Вот. И все очень просто. Снимай, Володь. Одеваемся, потому что холодно. Не надо никаких палаток, печек. Это все лишнее. Это все придумано специально, чтобы развести охотника. Не надо шампуня. Ничего. Ну, вот и все. Красота. Вот получается открытопорый костюм. Современный. Это люди за это платят деньги. А у вас получается практически даром. Блин, да что там в кадре-то, а? Ну, Вов, ну надо дубль делать. Да что там? Да убейте что-нибудь, ее просто. Колебало, блин, уже. Вот, а зимняя водная охота, она очень сложная и достаточно холодно, но если правильно подготовиться, то особых проблем. Спирфишинг, мы вам еще покажем очень много интересного про подводную охоту и снаряжение. Всем привет, всем пока.